Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. Ежедневно мы рассказываем о непростых судьбах популярных людей и знаменитостей. Все чаще нас сотрясают новости об уходе популярных актеров, певцов, режиссеров, тех, кто выходил на сцену ради улыбок собственной публики. Сегодня пришла еще одна печальная новость об одном из жюри программы «Точь в точь» Геннадии Хазанове. Известный телеграм-канал со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил, что Геннадий Хазанов снова госпитализирован. По некоторым данным, у актера есть подозрение на вирус. На момент публикации результаты анализов не были готовы. По сведениям, полученным от врачей, артист жаловался на кашель и тяжесть в области легких. Напомним, ранее вечером 3 июля в прессе появилась информация о том, что народный артист попал в больницу из-за проблем с сердцем. По некоторым данным, у Геннадия Хазанова выявили нестабильную стенокардию, обострение ишемической болезни. Представители театра рассказали, что актер находится на плановом обследовании в научном центре имени Бакулева. «Он жив и здоров», говорилось в официальном сообщении. Спустя некоторое время Хазанов вышел на связь с журналистами, а артист заявил, что чувствует себя хорошо и попросил репортеров не беспокоить его звонками. «Все нормально со мной», — ответил он. Вечером 5 июня Хазанова выписали из больницы. Подробности его самочувствия тогда не разглашали. Не уточнили даже, когда артист снова выйдет на сцену. Редакция нашего канала желает скорейшего выздоровления Геннадию Хазанову.